принадлежит Уэйду Дженнингсу. Да. Ты его знаешь? Я расследовала дела, связанные с Сайленд, когда была врач. Узнаешь кого-нибудь? Из этих парней? Нет, никого. Криминалисты говорят, что в федеральной базе на них ничего нет. Что же это? Москва пытается убрать свидетелей, или Беннинг просто сбивает нас со следа? Ладно. Что если Беннинга и правда подставили? Кто способен такое провернуть? И кому это было выгодно? Компании подрядчику типа Сайленд. Они живут войнами. Надо все узнать о Сайленд. И я хочу знать, с кем они работают, с кем сотрудничают, к чему у них есть доступ, за кем они следят. Знаешь что? Надо встретить Дженнингса.